мы будем проводиться в начале февраля. Поставка воды по итогам аукциона будет осуществляться, как я уже сказала, с марта месяца. В начале максимальная цена снижена со 100 рублей до 80 рублей за одну бутыль объема 18,9 литра. С полным соблюдением всех санитарных правил и норм. На январь-февраль месяц заключены договора на поставку питьевой бутилированной воды по прямым договорам. Цена договора наименьшая из всех предложенных от 8 производителей питьевой воды в городе Смоленске. Цена таких договоров за одну бутыль 64 рубля. То есть мы имеем реальную экономию. Это серьезное снижение, конечно. Все. Спасибо большое, Ольга Сергеевна.